Hello, здрасте, девочки, мальчики, друзья, подписчики. Я вам хочу сказать... I see you. Да ладно. Короче, с вами Крэш Паша. Мы продолжаем с вами изучать обновление бабушки Гренни. Мне так не повезло сейчас. Сегодня будем разгадывать все секреты, которые есть. Я, в принципе, их все нашел и покажу их всем тем, кто эти все секреты еще не видел. Кстати, я даже сравнил эти все секреты с официальным описанием разработчика нового обновления. И, в принципе, я нашел все. Нашел все и все это вам покажу. Капец, я затупил вначале. Но ничего страшного, как бы. Я просто не разогрелся еще, да. Немножко холодный. А бабушка очень горячая сегодня. Короче, что в этом обновлении есть? В нем есть новый паук. В нем есть перцовый баллончик. В нем есть новая дверь. Новый замок. В нем есть новая конечная сцена смерти. Вон новый замок, кстати, кто не видел, вот он. Новая конечная сцена смерти. Что еще? Так, мясо. Новый режим кошмар есть, да. Па-па-па-па-пам. Есть новое новогоднее оформление игры. Небольшое, так сказать. Это, как видите, бабушка стала Дед Морозом. И здесь есть еще елка. Смотрите, кот. Мяу. Короче, ладно. Бабушка, пока. Пока, конечно, дома. Все. Сегодня я вам это покажу. Правда, единственное, что мне кажется, в режиме без кошмара дверь новая не открывается. Ну, это не точно, как бы, но я просто пытался найти ключ от новой двери не в кошмаре. В кошмаре я его сразу нашел, а не в кошмаре я его вообще найти не мог! Хо-хо-хо! Ага, девушка, поосторожнее, можно? Она сегодня какая-то сильно активная, перевозбужденная бабка. Она что-то за мной очень активно бегает. Короче, сегодня я хочу по-быстрому пройти игру и постараться показать вам, как сделать быстро новую сцену смерти. Может, кому-то понравится. Так, пусто. Пусто, 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 пусто. Интересно, она меня спарит здесь? Пока нет, пока нет, пока нет. Арбуз, окей. Окей. Арбуз нам принесли. Так, бабушка, что ты там делаешь? На, арбуз пожри. Фак. Я сильно близко его бросил. Я хотел, чтобы он на пол перевалился через эту фигню. Так, ну все. Это 100% прохождение. Вейпен кей. Сэнкс. Сэнкс, Гренни, за вейпен кей. Это как вейп кей какой-то. Реально, представляете? Был бы вейпки. Так, короче, смотрим за бабушкой. Где она? Блински, блин, она сейчас зайдет сюда. No! Санта, Санта Клаус. No. Отдай дротик. No. Все. Все, поспи, подрещи, поспи там, я не знаю. Сейчас продрещится. Все. Она пока там во сне. Представляете, обидно, как бабка уснула от транквилизатора и во сне обтресталась. Так, ладно. У нас есть возможность открыть вот эту фигню. Блин. Ладно, сейчас посмотрим. Капкан, нет. Я не играю. Почему не играю в новый кошмарный режим? Потому что там очень громкая музыка, из-за которой прям уши разрывает. И во-вторых, в новом кошмарном режиме подлагивает сильно. И в-третьих, он ужасно темный. Там невозможно вообще ничего увидеть. Каркейс, супер. Но я немножко в обход пойду, потому что я хочу посмотреть, есть ли наш супер ключ. Он обычно постоянно лежит под мясом, но сейчас его под мясом почему-то нету. Короче, я говорю, вообще походу только перцовый баллончик работает только в кошмаре. Только в кошмаре. Но мы это протестим. Протестим сейчас, когда сделаем быстрое прохождение. Быстрое прохождение, после него зайдем в кошмар, посмотрим. И если там нету, то я не знаю как. Но скорее всего оно наоборот там есть. И я не знаю, как здесь это сделать. Реально кидало какое-то. Только в кошмаре работает баллончик. А почему так? Как бы я бы...
не хотел, чтобы была какая-то дискриминация вот такая вот по отношению к нам, людям, которые в кошмар не хотят играть. Так, мы нашли арбалет, нашли ключ от машины, мы еще не были, кстати, в сарае. Ага. Арбуз! Офигеть! Я такой думаю, что-то не так. Чего-то не хватает. Арбуз закатился в нашу комнату, боже мой. Так, есть мясо. Есть мастер Кей. Хорошо. Хорошо. Так, я, возможно, ускорю чуть-чуть в монтаже прохождения, чтобы вам не сильно это затягивало. Чтобы вы могли все проверить. Так, подлог. Окей. А, патлоки, это хорошо, хорошо, шестеренечка, хорошо. Короче, здесь без кошмара нету. А, короче, девочки, мальчики, я обыскал весь дом, нигде нового ключа нету. Поэтому остается логическое такое завершение, что новый ключ есть реально только в кошмаре. Это, ну, как-то обидно, не знаю. Короче, сейчас посмотрим, есть ли новая концовка в 1.6. Может быть, ее чуть-чуть поменяли, изменили, проверим это. Я даже вызову Слендерина, чтобы концовка была со Слендериной. Может быть, это как-то поможет. Блин, я бы сейчас психанул, если бы эта дверь была бы закрыта. Прикаляете, такой иду, а я просто сдох два раза, как бы. На третий день, по-моему, эту дверь закрывает. И, смотрите, одна доска осталась. Так, короче, вызываем Слендеруху, Жируху, Бомжуху. Давай. Быстрей! Привет! Слендерину, кстати, здесь вообще нигде не поменяли. Ни в кошмарном режиме, ни в каком. Ни в каком, короче, да. Так. И давайте делать концовку. А потом включим с вами кошмарный режим. Надо быть осторожным. Здесь есть, в принципе, арбалет, но... Я справлюсь и без него, потому что ключ лежал... В микроволновочке. Итак. Do you want to play hide and seek? А? Так, убавлю звук, потому что сейчас громко будет. Ну и так, смотрите, концовочка. Бабушка в шапке. Ну, это самое главное, как бы. Да, бабушка в шапочке. The end. Окей. Так, теперь быстро врубаем кошмарный мод. Так, play easy nightmare. Осторожно, если вы боитесь кошмаров, не врубайте. Так, график уменьшим, может быть, из-за этого подлагивает игра, как бы не тянет она полностью это все. Итак, раз, два, три, елочка, гори. Day 1, day 1. Так, сейчас проверим одно место, есть ли там на самом деле, как бы, вот эта фигня. Эта фигня, которая называется ключ. Просто, мне кажется, реально новая дверь открывается только в кошмаре. Это, ну, это как-то нечестно, знаете, какая-то дискриминация реально происходит. Хочется его постоянно открывать, постоянно заходить туда. Мы его даже не можем проверить, смотрите. Так, идем сюда, сюда, сюда. Ключ должен лежать вот здесь, смотрите. Нету! Что за дичь? Его нету здесь, офигеть! А, это расстановка какая-то новая, блин. Так, дробовик. Музыка сразу нагнетающая такая. Вот, смотрите, очень быстро нашли. А до этого его вообще не было. Знаете, в чем прикол? Он работает дистанционно. То есть, смотрите. Им надо навести. Сейчас покажу. Просто это за бабушкой. Здесь реально страшновато. Реально кажется, что здесь игра сложнее. Смотрите. Видели? Сдалека открыл, сдалека. Перцовый баллончик сразу забрали. А, в смысле? Я же начал пшикать на него, пикать, пукать. Не работает. Да, перцовый баллончик реально только в кошмаре есть. Это, возможно, какой-то типа бонус, типа такого... Может быть, только здесь... Не, не только здесь работает концовочка, ну ладно. Так, дальше идем. Надо опять ее разводить. Баллончик не сработал. Бабка говорит, чё? Баллончик, а ты какунчик не хотел попробовать?
Так, давай. Я начал вот так вот делать, потому что это самый быстрый способ выйти. Давай, давай, давай. Ты будешь открывать дверь, бабушка? Бабулечка. Что-то она не особо хочет открывать. Надо было уронить 3 раза. Она иногда глухая чуть-чуть. Пошла, 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 пошла. Мясло... Капкан мясной. Смотрите, это какой-то зверь. Быстрей. Музыка громкая очень. Смотрите, после перцового баллончика она начинает просто идти в другую сторону. То есть это, грубо говоря, самое бесполезное оружие, которое есть. Просто. А интересно, она всегда слепая или... Сколько она слепая вообще? У нее, кажется, глаза стали черными. Да, смотрите, она слепая на время, походу. Блинский блин. Ага! Вот, видели, у нее глаза стали белыми. То есть перцовый баллончик ей врубает глаза на некоторое время, как бы. То есть, да, на некоторое время, короче, она слепой становится. Перцовкой бабку. Знаете, бабка вроде в перцовке. Капец. Так, ладно, встаем. Надо отомстить бабушке. Еще и зальем перца. Не пишет, даже не пишет, насколько она вот становится слепошарой. Слепошарой, лошарой. Так, открываем. Идем. Посмотрим, посмотрим. Да, мы, грубо говоря, становимся неуязвимыми, как будто мод Кент Атак. В смысле она такая быстрая? Вот видите, у нее глаза стали черными. Она может нас убить сейчас? Капец, если в упор подойти, то может. Но так она просто не обращает на нас внимания. Знаете, она, наверное, в упор нас убивает, если вот она прям, ну, логично, она чувствует то, что ее кто-то трогает за сиськи, как бы, и она начинает бить. Но она при этом не видит нас. Прикольная штука. Но, опять же, бесполезная. Ну, в чем смысл? Надо найти этот ключ ради того, что... В этой комнате ничего, кроме перца, нету. И то не очень эффективный. Оно. Да видите, она не палит. Смотрите. А если уронить что-то, запалит? А ну-ка. Смотрите, она слепая? Да, она становится слепой. Ага. Примерно на 30 секунд-минуту, да? Да, вот где-то... Давайте посчитаем. Закончилось! Закончилось! Капец! Закончилось! Офигеть! Итак, сейчас я постараюсь вам показать новую вот эту конечную сцену, кто не видел, со смертью. Не знаю, получится у нас или нет. Я даже ее по-необычному покажу вам, смотрите. Идем сюда. Открываем. Роняем. Иди сюда. Давай. Блин, перцовый баллончик, видите, он заканчивается очень легко. Так, звук. Звук подубавим. Смотрите. Блин, музыка, конечно, ужасная здесь просто. А, нет, концовка будет это. Обычная. Значит, нам надо круг сделать, получается. Сейчас я вам быстро круг сделаю. И вы это все увидите. Бабушка сейчас нас сожрет. О! А! Итак, я умер уже кучу раз. И сейчас мы сделаем еще одну конечную сцену со смертью. Посмотрим, что у нас получится. Так, спускаемся вниз. Смотрим. Это все закрыто. Итак. Ау! Так, что у нас будет?
У нас сейчас будет гильотина, по идее. То есть отрубание головы главному герою, а потом мы... А нет, вот наша машина, все. Смотрите. Она рандомно, походу, выпадает теперь. Итак, бабушка, давай. Давай, давай. А ну-ка. Блин, так прикольно сделано. Жалко... Жалко всего... Только одно добавили. Добавили бы несколько чего-нибудь. И нету, знаете, какого звука? Нет звука... О, бабка посмеялась в конце. Нету звука, где... Как бы... Когда мясо... Блин, когда мясо ударяется в машину, нет этого звука. В общем, девочки-мальчики, я вам все показал, что знал, все секреты, которые я нашел. Если они вам понравились, ставьте, конечно же, лайк. Нажимайте на подписочку, на колокольчик. Я очень старался, переснимал это несколько раз, чтобы получилось. Искал вот это все опять же. Ну, искать здесь нечего, потому что мало добавили. И всем пока.